Всем привет, с вами Игорь. Сегодня у меня мытье панелей. Стоят они у меня долго уже, не мытые. Я их поставил сразу после Нового года. Вот, и от того времени я их ни разу не мыл, не протирал. Сегодня, наверное, настало время перед зимой их. Ну, прошло уже, получается, сколько это, 10 месяцев. Вот, как они еще не мылись. Ладненько, сейчас покажу, сколько на них насобиралось пыли. Вот, я не знаю, как ее показать, но, по-моему, видно, да? Вот такие вот пылючку вот эту вот. Довольно много пыли. Вот это я здесь пытался ее размазывать пальцами. Ну, вылез когда-то на крышу, роса еще с утра была, панель мокрая, я так вот ее рукой потер, ну, оно все осталось, конечно, вся эта грязь, вот видите, сколько я здесь этой пыли, море пыли. Что интересно, что дождь эту пыль почему-то не смывает. Я надеялся, что он ее смоет, у нас дождя не было вторая половина лета. И там месяца, наверное, 3 такого нормального дождя не было. Много было пыли. Я думал, пойдут дожди вот эти вот осенние, и они ее смоют, эту пыль. Но они ее почему-то не смывают. Я не знаю, почему она не смывается дождями. Хотя дожди были такие довольно и проливные. Но пыль остается. Или это такие дожди идут грязные, я не знаю. Но пыли очень много. Или это ветром наносится. Ну, вот пальцами потер, видите, на пальцах сколько. А, пожалуйста. Пыли очень много. А вот с этой стороны у меня уже панельки помытые. Вот, видите, как блестят. Это эта часть. Вот уже на них пыли нет. Вот мой брачок. Есть такие пятнышки на моих панельках. Иногда попадаются. Вот. Ну, мне сказали, там, где я их покупал, что это не страшно. Это растекся флюс. Я не знаю, правда ли это или нет. Одни говорят, растекся флюс. Другие говорят, что это отслоение пленки. Или стекла, или чего там отслоение, я не знаю. Вот еще такое пятнышко, флюс или отслоение, никто не знает точно. И вообще я так вот присматриваюсь к этим панелям теперь. И вижу, что они очень некачественно собраны. Ну, брачок, так сказать. Вот шинка такопроводящая, видите, как она уложена. Криво, вот тоже. Что это такое? Этого же не должно быть всего. А оно есть. Ну, мне, правда, на них скидку сделали. Приличную такую. Поэтому я уже, ладно, закрыл глаза на это все. Вот еще где-то я заметил тут. Ага, вот. Шинку припаяли, да? Видите? Она должна быть по точках припаянная. Но эти нормально припаяны. А вот это крайняя. Криво. Она даже и в точку не попала. Ну, короче. Я так понял, что на Украину для нас возят какой-то брачок. Очень много брачка. Рассчитано, я не знаю, на кого, чтобы это все продать. Или они там берут их дешевле. Ну, понятно, что это не китайцы виноваты, а наши продавцы. Они берут брак. Главное, чтобы дешевле. А продают тут, наверное, как нормальные. Ну, не знаю я. Но это не годится так делать. Вот. Мою я панельки. Вот мой опрыскиватель. Обычный садовый опрыскиватель. Но сначала я тру поролончиком. Сделал вот такую вот швабру. Вот просто между двумя рейками прижатый, зажатый поролон.
Он мокрый, я его намочил. Сначала стираю вот эту вот всю пыль мокрым поролоном. Ну как стираю? Размазываю, а потом смываю опрыскивателем. Там накачал хорошо так давление, оно его смывает, оно все вроде бы стекает вниз. Ну, вот эти вот вроде хорошо помытые. Да. Ну, пыли на них я... Может, где-то чуть-чуть и осталось, но они намного чище, чем были. Вот так вот я их мою. Не знаю, насколько увеличится выработка на мытых панелях. Вот, посмотрим. Ну, я не думаю, что там эта пыль сильно-сильно уменьшала выработку. Может, какой-то процент 2, а то еще меньше. Вот как-то так. Ну, решил хотя бы раз за год их помыть. Раз дождь не помогает, не может их помыть, то пришлось самому вручную мыть. Такой вот видосик у меня сегодня был. Вот. Ладненько. Всем до следующих видео. Всем пока.